высовывается из воды и прямо рядом со мной. Но я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выносит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Серьезно? Да. Ну хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитмен. Не буду я спарывать брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну... Мы справимся со всем, что нас ждет. Знал бы ты, что вас ждет. Полная задница вас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеются. Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем путешествовать. Не отправляемся. Машина. Так. Наверное, это будет. Вот так, отлично. Блин, они уже синхронизацию включили. Офигеть. Это плохо. Но мы спрятаемся. Отлично вообще, просто суперски. Не успели. Я так понимаю, с пулемета по нам пытаются попасть, но не могут. А тут урод там походу сидит. Я не хочу умирать, я чему? Одна пуля. Нет, она. Ну нет. Наверное, надо сработать по-тихому тут, я так понимаю. Ну давайте все-таки попробуем. По-тихому. Ну я. Не уверен, что у меня что-то получится. Так. По-тихому. Там кто-нибудь есть, я просто не вижу.
полезен. О, заметили. Ну, началось опять, естественно. Пока что постреляем с лука. А, подожди, отдохни. Да, я, наверное... Чуть, гляньте, три стрелы в него всадил, а он как ничего не бывало. Отлично. Надо как-то пулемет подстрелить. Как это можно сделать, я не знаю. Какая-то чутка в меня еще кидает. Дёру. А вот эта чутка. Втолкнуть. Ну, есть, все. Готово. Ты гонишь. Я тебя убью. Вот так вот вам, обормоты лесные. Никогда не связывайтесь с Ларой. Вот тут. Одежда сушится. Круто. Так. Ой, пока ты тебе наденешь. Понимаете, он жив. Сколько я в него попал, он жив. Как так? Вот это надо убить, иначе он меня бы потом прибил. А у него пистолет с глушителем, так это круто, а я даже не замечал. А у вас еще есть запчасти, ах вы гады. Опля. Так, ну что она не берет? А, понятно. Куда мне дальше надо? Еще выше. Ну, понятно. Оба-на. Я чтобы залезть. Цифры. Или нет? Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Это бред какой-то. Сейчас я вообще что-то не пойму, что делать. Наверное, вот тут надо залезть. Да, я прав. Этот бункер... времен Второй мировой. Кажется, японский. Кстати, да, реально, бункер очень старый. Куда я? Я спустился, блин, вниз. Мне надо наверх. Это не круто. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матис. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Вот что не отнять, он умный, он опасный. Давно об острове все. Короче, ладно, какой-то тип знает, то об острове все такое. Это как бы не сильно интересно. Так. Отломаем кран. Кто тут? Ничего не знаю, ну ладно. Определенно сейчас будет перестрелка, это я прям чувствую своей задницей. Тихо. Готовы. Давайте. Можно было бочку, но я как всегда усложнил себе задачу. Ну ладно. В принципе, не так важно. Там, походу, никого. Надо посмотреть. О, можно это как бы... это можно поджечь, я так понимаю. Но зачем?
попортить, что ли. Или там что-то нужное за этим висит, за этой штукой. Так, ладно. Да все, чувак. Тебе уже не выжить. Так. Откуда он стрибнул? А, понятно. Из окошка. Тут у нас, походу, ничего такого интересного нету. Чтобы прицелиться. А, можно, короче, лампой кинуть. Круто, круто. А куда кинуть-то хоть надо? Наверное, не туда. Да? Я правильно понял, туда надо что-то кидать? Или нет? Ну понятно, лампу можно кинуть куда-то. Ой, извините, ничего, надернул микрофон. Что-то шипит. На необитаемом острове какие-то бункеры и дофига всякой фигни. Отсюда никуда не убежишь! Что за черт? Блин, надо дёрну. Быстрей. Ты куда? О, все нормально. Только что тут делать, я вот не пойму. Можно взять лампу и кинуть куда-то. Стекло вроде хрупкое. Лампу оставила? Вот дура. Найс. О, теперь понятно. Теперь все ясно. Значит, я правильно кидал. Офигеть, у них автомат есть. Интересно, куда она возьмет его? Убей меня. Пожалуйста. Гори в аду. Жестокая девка. Вообще. О. Отчет экспедиции. Так, не хочу я это слушать, как бы это не сильно интересно. Давай, тихо, световая граната. Это типа замедление времени, что-то как в этом Max Payne. Круто. Мне нравится. Уйди отсюда. Тихо. Отдохни. Круто спрятался за стенкой там, где я его вижу. Ну. И этот урод еще не выходит. Секунда. Сейчас я тебе покажу. Ненавижу вот этих дебилов, которые кидают мне всякой параши. Надо забрать детали, потому что я их по-любому куда-то буду использовать. Так. Неожиданно мой телефон потерял сеть. Это плохо, потому что сейчас будет жужжать. Отложу-ка я его подальше от монитора. И давайте-ка стрибанем сюда. Посмотрим, что тут есть. Ну и заодно обыщем вот этих всех уродов. Тут, в принципе, ничего такого особенного нету. Лагерь. Спасибо Рота за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения... Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Так. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация.
Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе, но... Увеличится зачем? Скорость лазен, нет, так похоже, нет. Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Нет, это не нужно мне. Это что такое, боец? Вы можете пропустить чуть больше ударов, чем раньше, и отомстить обидчику. О! Ну, то есть у нас побольше жизни станет. Это неплохо. И, естественно, нам надо что-то улучшить. Конечно, я не знаю, пользуюсь я чаще пистолетом. Можно улучшить магазин. Это такое важное, такое, думаю, в пистолете. Пока остальное мне не по карману. Отлично. И теперь надо уже идти куда-то в другое место. Отец Матиас освободил нас. От чего? От острова? Да, от чего? Я в бункере. Куда тут идти? Сюда? Отлично. Ты чё присела, дура? Подожди факел. Пригодится. Подпалить чё-нибудь. Нет, не пригодится. Давай, шнэ. Оба-на, отлично. Так. Тут всё разбито. Как всегда. Надо найти рычаг, получается. Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Да хватит ныть, надо так. Плевать на всё, типа победим и всё такое. Иногда аж как-то не круто, когда ноет. Я понимаю, что это специально как бы атмосфера, чтобы было интереснее проходить и все такое. Но как бы это определенно не круто. Так. Потому что мне эта игра очень сильно напоминает Ассасина. И когда... Когда я в нее играю, естественно, кажется, что как Лара Крофт должна быть такая же, как Ассасин. Мега крутая. Тут можно и помереть, вот так вот лазить по этим шахтам. О, отлично. Он у меня, короче... Аномалия. У меня, короче, вылетела пиратская моя икрышка, но ничего страшного. Я думаю, вы все удивились, что идет снег, да? Мы попали на необитаемый остров, тут должно быть жарко, но, оказывается, тут, ну, в горах идет снег. Лара Крофт сказала, что это аномалия. Ну, короче, чем дальше, тем интереснее, я так понимаю. Ну, давайте брать штурмом крепость, потому что больше нам ничего, я так понимаю, не остается. Угу. Так, надо что-то делать. А чем не выход, реально? Толкнуть чувака в пропасть. Эффективно, быстро. Черт, с
Сколько их тут? Придется штурмом крепость брать. Опять это чертило. Терпеть его не могу. И они все в куртках. Тихо, тихо. Вот этот собирается на меня с топором. Это, знаете, как с ножом на автоматчика. Или на снайпера. Так. Тихо. Ну, вот это уже должен умереть. Найс. Блин, я его думал в полете сниму. Но не снял, почему-то мне не повезло. Гляньте. Шебутные. Готов. У меня сейчас патроны кончатся, 3 стрелы осталось. Есть. И последняя. Надо обыскать. Вот там прячутся еще люди. Все. Отлично. В принципе, игра становится очень интересной, потому что сейчас такое начинает твориться. Я даже не ожидал, что такое будет, но это все-таки творится. Пора поджариться. Ха-ха, вообще круто. Надо бы обыскать вот этих всех уродов, потому что они мне по-любому что-то нужно дадут. Запчасти и так далее. О, то, что нужно. Ну, спросите вы, почему я начал с лука стрелять по нему? Ну, потому что, как бы, я думаю, надо экономить пока что патроны на пистолете и на других оружиях. Мало ли. Иди сюда, иди. Ага. Твоя. Вон еще кто-то бежит. Я, походу, его должен убить, но он почему-то ныкается. Так, ладно. Это пока не сильно важно. Кстати, не у всех вот этих бандитов есть детали. К луку или еще к чему-то. Вы заметили? Ну, готов. Ага, ага. И еще вот это. Максимум стрел. Так, я тут. Готов. Офигеть, в одиночку. О, Лара берет штурмом крепость. Это как. Ну, не знаю. Ассасин, реально. Вот ассасин. Он тоже в одиночку всегда брал. Покатайся еще. Туда. Ну. На тебе. Там же подпали своих уродов. И ты тоже. Отлично. Кто еще остался? По-моему, я снял всех. Но мне кажется, еще какие-то ушлепки остались. У меня максимальное число патронов на автомате. Дороги, она моя. Ух ты. По ногам. Хана тебе, чувак. Оба или мне хана? Да не, это бредово. Ну. Готов. И щит куда-то пропал. Всякие ракетчики, которые кидаются какой-то фигней. Так, еще патроны. И пора сваливать отсюда.
в здание, то Лара уже замерзла. А заболеть нам бы не хотелось. О, да тут целый арсенал. Хана вам всем. Хана. Так, как пойдем? Хотя, в принципе, выбора нет. Идем так. По лестнице. Радиовышка. Ух ты, ну мы почти добрались. Куда тут надо? Прыгать туда, что ли? Да не, что, больной, что ли? Она разобьется сразу же. Это вообще не вариант. Сюда прыгать вниз. Нет, значит, надо залезть сюда. Нет? Или прыгать. Но это же веревка. А, во, все понятно теперь. Теперь все ясно. Почему они не запросили помощь с этой вышки? Ты что, дураки? Нет, слезь. Угу. Все отлично. Ладно, вперед. Она боится высоты, походу. И сейчас, наверное, когда мы поставим туда передатчик, она вся рухнет, да Лара спрыгнет в воду так красиво. Ну, тут воды нет, на скалы прыгнет. Ну, короче, по-любому что-то будет, я прям чувствую. Ну вот, одно из этих. Круто. Вышка еще, наверное, со времен Великой Отечественной войны. А красиво так задний фон. Да лезь уже. Лезь, лезь. Наверх. Ну вот. По-моему, залезли. Или нет? Да, я тут тоже боялся. На такой высоте. А, еще надо выше залезть. А вот и самое интересное. Как же она дальше будет лезть? Прыгать надо будет. Круто. Круто, круто. Да, вот игра держит в постоянном напряжении, это мне нравится. Да давай же, дура, что ты сидишь, сейчас она отвалится, эта вышка. Алекс? Лара? Я у пульта. Так, эта башня должна усиливать сигнал передатчика. Сейчас упадет рация. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Все. А пошла одна она. Помогли бы хотя бы. Поймать сигнал. Блин. Ну. Ждите ответа. Вы настроились на волну. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Это Лара